Всем привет, дорогие друзья, с вами Погос. Недавно я получил одну весть, что один из шишек BioWare, ранее принимавший участие в создании бессмертной игры по имени Джеймс Охлан, опубликовал в Твиттере сообщение, где написано, что обсуждается новый проект с первым словом Knights – рыцари, и сделал намек, что это связано с Тором или даже с третьим Котором. Давайте поясню для тех, кто в танке. Котор 3 – это как бы аналог Half-Life 3 в мире Звездных войн. Планировался еще давно, но проект отменили. Представители Obsidian Entertainment, студии, делавшая вторую часть, неоднократно возвращались к теме третьей игры и даже предлагали Диснею, но, видимо, не судьба. Вернемся к новости. Тут есть три предположения. Первое, что автор твита просто троллит. Заметьте, когда было опубликовано сообщение 1 апреля. Что верить в наше время нельзя никому. Порой даже самому себе. Вот с чем больше я соглашусь. Второе, возможно, это анонс новой главы дополнения Knights of the Force. А третье, которое я не поддерживаю, и оно более неадекватное, прошу прощения, что Охлан как-то поддерживает разрабов ремейка Котор на Unreal Engine 4. Ну вот помните этот Апейрон? Еще можно было подумать над этим, но это сообщение было опубликовано в День Дурака, так что я принял эту новость без энтузиазма. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр и да пребудет с вами сила.